Состоялось традиционное открытие Аллеи Славы. Правда, в этом году без зрителей и торжественного концерта. Аллея Славы находится перед центральной проходной комбината. Каждый год в преддверии Дня Металлурга здесь обновляют фотографии лучших работников ArcelorMittal Темиртау. Открыл аллею исполняющий обязанности директора по производству АО ArcelorMittal Темиртау Владимир Яблонский, который знает о сотрудниках производства абсолютно все. Сегодня мы открываем Аллею Славы. У нас на комбинате работает очень много высококлассных специалистов, потому что это производство всегда требовательно к наличию хороших специалистов, которые знают свое дело, которые имеют богатый опыт, хорошие традиции. И вот здесь вот, на этой Аллее Славы, выбраны самые лучшие. Портреты 60 лучших передовиков производства в течение года будут украшать Аллею Славы. Работники комбината особенно ценят данную традицию. В нашей семье ArcelorMittal тоже существует такая традиция, как открытие Аллеи Славы наших самых лучших работников передовиков производства. Все работники лучшие, но здесь представлены лучшие из лучших. Поздравляю всех с Днем Металлурга. Желаю вам железного здоровья, стальных нервов, пылающих и горячих сердец, счастья, прогресса и личного благополучия. Напомним, что День Металлурга ежегодно празднуется в третье воскресенье июля. В этом году дата празднования выпала на 18 число. Ольга Цуканова, Сергей Баданин, новости Темиртау.